Доброе утро, ребят. Лена и Накула. Ну что, по кофейку с утра. Вчера некогда даже было вам снять видео, как отрывками, урывками. Воскресный день мы проработали больше, чем до 8 часов вечера. Дали жару называется. Ох, и дали жару. Обращайтесь. Меня в конце лило вот так прямо. Это уже был не пот, а я не знаю, что это было. Ну что-то было. Сразу вот так вот с носа капается, все капает. А мы пашем. Ой. Говорю, Руслан, ну хватит, он говорит. Да нет. Вот вообще плинтус затру. Короче, такой плинтус у нас, вы видели, он закругленный. Во-первых, у вас такого нет. Он, если есть, он прямой. А закругленный плинтус вверх. Его срезать под угол 45 градусов, чтобы делать вот этот вот угол на 90. Но получается, что верхушки, их надо стачивать. Потому что они как зубцы получаются. Ну, в общем, целая история, целая комедия. А керамогранит, Руслан говорит, не знаю, как оно будет болгаркой. Знаете, когда есть инструмент, что у тебя все лежит под 45, и ты его пилишь, это одно дело. А когда это делается вручную, ну, у него, конечно, глаз набит и рука крепка, поэтому он даже ничего не сколол, все так сразу легло, как по маслу. Вчера надо было закончить плитку, зашпаклевать то, что осталось после плитки. У меня это была уборка территории, выноска мусора. Где он берется, я сама не знаю, но где-то мусор берется. Только перемыл, только почистил, опять уже грязно. Ну, в общем, потом Руслану надо было позатирать. Там, где клей ляпал на стены, это опять пыль, это опять бедный мой пылесос. Я своим старым пылесосом, который у меня был у Луиджина, принесла его, начала все это убирать. Он два раза соснет, его надо чистить, потому что мотор завывает. В общем, кошмар какой-то. Ничего, справились. Потом я до 8 вечера уже шкрябала швы, потому что в них, естественно, позабивалось все, клей. Вообще-то полы ложатся потом после стен. Но у нас тут такая история с этой кухней. Кухня приезжает, а мы практически не готовы, потому что мы сначала ванную делали. Ну, как получается, ты ж не можешь делать все и сразу. Потом кухне начали ложить пол, чтобы правильно уже отбить, потому что перепад двух полов, Руслан говорит, чтобы уже правильно положить фартук для кухни. Некоторые мне писали, что фартук для кухни ложится после того, как приедет кухня. Ребята, она же вся закакается, новая кухня. Поэтому мы все положили после пола, и, естественно, закакался наш пол. В общем, что-то вы тут у меня мигаете, я тоже вам буду мигать. Вот. И получилось, что мне пришлось опять все эти швы прочистить, пропылесосить. В общем. А квартирка ж-то маленькая. Туда-сюда переставила, ты ж тут опять на месте. В общем, вот такая вот канитель целый день. Туда-сюда, сюда-туда. Пока Руслан доложил этот стол, пока он ложил последние три плитки, пока мы кушали. Он смотрит, а клей просто всплывает у нас. Такие свойства нашего клея. Он пошел, говорит, 2 миллиметра сплыло. Я говорю, ну и хрен с ним, 2 миллиметра сплыло, что ему будет. Да не, мебель станет, будет видно зазорный такой. Давай он тех три плитки снимать, 2 миллиметра выравнивать. Я говорю, да, ставь ты его так. Не. Короче, снял он три плитки. Потом я увидела, что заканчивается клей, поехала за клеем. Ой. В общем, а жарюка вчера была опять
35-36 градусов. Единственное, что радует при такой жаре, у нас сохло все моментально. Потом все это погрунтовалось, плинтус приклеился, а плинтус надо клеить, когда грунтовка подсохнет. Вот. Опять же зашпаклевалось. То есть у Руслана сегодня задача покрасить кухню и затереть швы. И у нас кухня, ну и подцепить, конечно, батарею там, это уже мелочи. И у нас кухня завтра, вот заезд нашей кухни готова. А завтра мне уже пришло сообщение, что они с 8 утра и до 12 дня будут у нас. Но я думаю, что они будут утром рано, часов в 9 стопудово приедут, потому что с кухней очень долго ее монтировать. Она у меня длинная. 4 с чем-то метра, по-моему, 4,80. Поэтому за день они должны управиться, они все это делают быстро. Мы будем на месте, мы же, конечно, будем регулировать провода, все. Ну, они, говорит, Руслан, они вообще-то должны быть грамотные, должны знать. Ну, знать это одно, подсказать это другое, то есть будем висеть у людей на ушах. Это я о себе говорю. Вот. Не, я никогда под руку не гавкаю. И вообще оставляю всегда мастеров, они сами все делают. Но проследить надо, потому что у меня уже были случаи, что мне наворотили ребята, а потом приходилось идти в магазин. Вот, и говорить. У меня первая кухня пришла, у меня даже для тарелок и для чашек не было вот этого слива. Ну, куда мокрая посуда ставится. Они мне притулили нормальный шкафчик. Поэтому ошибка, я ж такая, Клава вот тут, с Берислава, не посмотрела сразу. А потом пришлось идти в магазин, делать фотографии и говорить, вот смотрите, тут вы мне уголок, я руку расцарапала, потому что вы его вывернули. Вот это, вот, ну, в общем. Вот такие нюансы надо проверять на месте. Так, ребята, у меня закончилось полностью все мороженое. Сегодня дома я вам сниму, покажу, как выглядит наша кухня до приезда основного, так сказать, виновника торжества мебели кухни и ремонт будет продолжаться, потому что еще комната, еще коридор, еще в ванной положить плитку, сделать низ ванной, в общем-то, работы еще начать и кончить, еще и балкон, комнату покрасить. В общем, есть чем заниматься. Скучать вам не придется. Так что это видео продолжится домашним. Пока всем. Руслан, я половых дел мастер. Господин Руслан сидит на кресле. Госпожа Лилиана Дмитриевна, два дня на карачках. Каждому свое. Каждому свое. Кто на что заработал? Да. На тех резервах ничего не видно, где земля. Где земля, где небо. Вот тут, ну, такая трошка обляпанная. Хочеш водичку мочу? Зразу побачиш, де земля, де небо. Головне, повремя приложить. Зразу злякався і сам пішов. А этот пылесос аж горячий. Понятно, там петлюка. Она его кончает, я кончить не можем. Так что, кому надо дома полы помыть, кукайте, мы готовы. Дорого. А? Дорого. Дорого, дорого. Дуже дорого, але мы готовы. Холодильник переставив, тумбочку переставив,
стола разобрал. О-о-о-о-о! Все побил. Ну то что? Боже, Руслан, що ти наробив? Холодильник переставив. Мікроволновку в коридор викинув, бо вона таке заслужує. Плінтуза поначіпляв. Коли після мене перемив. Стіни покрасив. Це взагалі якось. Бо так можна жити. Може не будемо кухню ставити, не яка територія. Бля, яка територія. Неужели це наша кухня? А люстри де? Люстри немає. Ладно, нема люстри, подивимося. На розетку. Кришечки немає. Резетки викинути можу. Ти ж захотіла туди всунути? Ну так, я ж захотіла туди всунути. Я ж захотіла і засунула. Резетки на всі случаї життя. Якщо кому-то не хватить 220, то ми підсоєдуємо. Таке ехо на кухні, що ж. Що ж, треба холодильник відкривати, що то покушати, бо время вже пізнє. А скільки це время? У нас ж часи на балконі лежать. Та, дитське время, 8:15 тільки. Я думала, вже все. Вже 10 вечора. Та. А ми ще й не ужинали сьогодні. Отак. Так, плінтус вблизі показує. Ну, зараз ще затірка піде. З затіркою буде взагалі. На міліметр від пола, щоб мусор не ліз, щоб затірка полізла. Красота. А днем оно все такое беленькое, беленькое, чистенькое, чистенькое. Так все, ребята, до завтра. Готовим ночью.